Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Алексей, мы продолжаем прохождение игры Endless Space. Ну что ж, война с амебами продолжается, гигантское просто количество территорий у нашего врага. У нас же все-таки их намного меньше, хотя по территории не так уж и много, но по очкам мы просто льем в муку этим самым амебам, нужно стараться их просто уничтожить. Аэри, это, видимо, столица их, да, амебы? Как определить столицу? Неизвестно. Ну да ладно, не столь важно. Амебы 5300, 4400, 30. Ну, мы не намного отстаем от Горацио, но в любом случае мы последние держимся в хвосте. Что у нас есть? Финансовая мощь империи Амеби максимально приближена к ее экономической победе. Это плохо. Внимание, победа противоборствующей фракции очень близка. Денег он, конечно, срубает миллиарды. Адамантий на Гипере, иди в баню. Атака флота, обороняющиеся наши гиганты. Сейчас мы попробуем уничтожить. Блокируем оборону. Блокируем инженерию. И блокируем... Что бы ему еще заблокировать? Нападение. Блокирует оборона. Блокирует тактика. Оборона, тактика, саботаж. Так, а саботаж, если он возьмет оборону, он заблокирует нападение, либо оборона заблокирует тактику, да? Или вот от этой обороны, но блокирует нападение. Ладно, черт с ней. Лучевой шквал на последнем этапе. Авто. Сбиваем мы один корабль. Выигрываем первую фазу, ровненько на второй. А здесь двумя фазами блокируем друг друга. Протей. Убрать. Так, и второй бой. Наш ястребиный флот атакует... Протеи, где ракетное оружие. Давайте так. Минус 25 повреждением от вражеских ракет. Саботаж. Так, точность вражеского оружия нет. Давайте еще один саботаж. И саботаж. Плевать, нам надо ракеты эти заблокировать. Мы две фазы всираем от обороны. 40 уклона, 20 к урону оружием ближнего боя. Черт, и еще один гигант теряем. Опасно убивать с этим. Так, и тут еще у нас нападает один протей. Опять же с ракетным оружием. Попробуем его теперь передамажить. 40 урона оружием. Тактика блокирует инженерию. Если он уйдет в камуфляж, это оборона, да, она блокирует нам... Саботаж, да, тогда берем тактику здесь, берем. Так, эффективность щитов. Минус 20 отражателей, да? Поглощение энергии. 40 эффекту отражателей, 40 эффективности кинетиков. Минус 20 по противоракетной обороне. Нет. 20 к урону лучевым. Барьер. Ладно, через тактику попробуем пробить его. Да, уничтожаем, но теряем еще один гигант. Хоть он там уклоном и работает, но ракета у него, конечно, мощная. Так, теперь флот. Флот. Ну что, опять не так? Все, прогрузились. Здесь летим на Виякерус. Я же сказал, летим. А, нет, мы же закончили ход и все. Здесь можно атаковать. Давайте атаковать. То же самое. Тактику блокирует инженерия. А он камуфляж оборону, да, возьмет, к примеру. Инженерия блокирует... Блокирует оборону только нападение у нас, да? Блокирует. Ну давайте лучевой шквал. Чтоб
не сработала оборона. И еще одну тактику. Ну да, то есть наша тактика срабатывает, у него также срабатывает оборона. Здесь мы поглощаем его оборону, которая магнитное поле, да? Плюс 40 к эффекту отражателя. Хотя плевал я на отражателя. И два лезиса мы уничтожаем. Остается протей один, да? Который без атаки вообще, но с осадой. Он нас не бьет. Ладно, я понял. Уходим отсюда. Так, а вы, друзья, походили? Нет, не походили. Но чувствую, нам этот флот нам разберут. Вот эти вот протеи, особенно вот этот. Как же его, блин, переконтролить? Саботаж блокирует нападение, минус повреждение вражеских ракет. Возьмем минус 20 к эффективности вражеских противоракетных, минус 20 к эффективности вражеских щитов. Блокирует оборона. Давай, саботаж. На первом этапе давайте попробуем нападение блокирует тактику, блокирует нападение, блокирует, блин, без дядьки командора тяжеловато уже начинается с помощью только вот этих вот действий бесплатных. Ладно, ничего страшного. Вражеское, давайте еще 40 к эффективности защиты. Нет, тактику не надо, у нас 30% защиты снимет. Мы возьмем, нет, на первом этапе наноботы нам вообще не нужны, наноремонт. Ну и попробуем, опять же, Эмми, а здесь плюс точности оружия, да, блокирует оборону, саботаж. Ну, как-то так. Мы теряем ястреб, и он не теряет никого абсолютно. Обидно. Зря только напали. Так, этот флот, видимо, все. Одну пойдет. У нас здесь что-то пытаются захватить. Пускай пытается дальше. Тут что, один корабль? Один корабль без всего. Это, видимо, какой-то исследователь. Угу, деки. Нужно оборонять деки. Что у нас с постройками кораблей? Заканчиваются и работники в кентавре. Гигант делается, да, вот он сразу же туда и отправится. А в деке корабль построить ястреб. Денег он 800 монет съест, но, по крайней мере, даст нам оборону деки. Так, заканчиваем ход. Да, напал я, конечно, на амбем зря. Но, с другой стороны, сейчас автоматы должны нам помочь идти в атаку. Хоть как-то помочь. Должны. Будем надеяться, что так оно и будет. Деки. Создать флот. Он улетает. Нет, не улетает. Там 7 кораблей, но они абсолютно никак. Я хочу атаковать. А так, ну, в этой звездной системе нет вражеского флота. А это что? Типа он сейчас слиняет, да? Так, протей опять нас атакует. Никакой, абсолютно. Как же его пробить-то? Инженерий саботаж. Давайте, такой саботаж, такой саботаж. И попробуем так. Тык-тык-тык-тык-тык, а здесь он выигрывает, да? С камуфляжем блокирует саботаж оборону, а ты блокируешь инженерию. В общем, просто нанесли ему абсолютно никакого... Не нанесли абсолютно никакого урона с помощью щитов. Он нам очень сильно вредит. Ладно. Так, и тут же нападают на нас вот этот вот протей. Жесткие ребята. Давайте попробуем слинять. Глядишь, получится что-то. Так, мы линяем. Не власть, ваш флот был уничтожен. А, ну да, там заблокировано. Ну, да, потеряли мы флот. Так, куда улетел
захватческий флот. 3000 атака, 3000 атака. Здесь 700 атака. Здесь 300, да? Ага, вот сюда он улетел. Окей. 700 атака. Давайте попробуем уничтожить его. Глядишь, у нас что-нибудь и получится, хоть... Да, там по 1200, у нас всего 925. Угу. Тогда барьер, наноремонт и поглощение. А так, подождите секундочку, какие у него атаки? Нету атаки, нету атаки. А, нафига мне тогда такое делать? Разгон оружия, лучевое, лучевое авто. Но он барьером просто регенится, мы его пробить не можем с одного корабля. Так, тут тоже захват. Но у нас есть и атака, в принципе. Сейчас мы попробуем уничтожить его. Да, это слабенький корабль. Просто тупо разбомбим его вот с таких вещей. Он будет уходить однозначно. Метеон. Нет, кстати, он сражался с нами. Саботажем. Но был уничтожен. Так. Но... Почему я не могу сразу выбрать после такого? Так, здесь есть флот, тут подлетает. Еще и сафоны летят. Ну, наконец-таки в помощь кто-то идет. Ага, бактерия. Теперь есть корабль под названием инженерия. Вспомогательная защита корабля. Ничего, ну это я понял. Так, захват, имя, саботаж, блокирует инженерию. Кидаем вот такой саботаж один. Лучевой шквал. Лучевой шквал. Авто. Да, бактерию мы убиваем. Лучевой шквал мы срабатывает. Здесь не срабатывает. То есть все фазы, две фазы выигрываем. Убиваем бактерию, но протей пробить просто нереально. Нужно очень-очень сильный атакующий флот. У меня его нету. Ты, дружок, будешь тупо бить, ничего у тебя не будет. А ты начинаешь захват планеты. 100% захват. Либо бомбами. Давайте 100% захват. Черт с ним. Вот ярус взяли. Что мы там осталось? Ничего, мы полностью уничтожаем все постройки. И вот так вот делаем. 5 ходов надо. Так, заводы. Ага, а здесь временное финансирование. Да, нормально. Минус 5 наложить. Торговые пути. Это все не нужно. Избыточные инфраструктуры, да? 20 на восторг. Здесь абсолютно никакого восторга нету. Пища. Ну, потом вот так вот сделаем, пусть пока строятся. Хотя, давайте, знаете что? Ой-ой-ой, я купил этот бред. Потратил деньги. Давайте уничтожать эти планеты. Где у нас деактивация? Наверное, со следующего хода только будет. Блин, я и все бабки потратил. Ну, ё-моё, ладно, ничего не строй. Ты пока в блокаде. Так, 3 осталось, 16 населения было уничтожено, 25 построек было тоже разбито. Отчет по наземному нападению, нападение увенчало успех, собственность 15%. Ладно, пофиг. Конец хода. Смотрим, что будет дальше. Сейчас будем разбивать системы просто. У них же счет... Денег просто куча. Куча бы, уже 6400. С чего бы это? Давай, дроиды. Так, здесь 22. Флот захвата. Флот атаки. В Колумбу мы не пролетим.
Здесь захват, 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 атака. Десант. Ястреб. Ага, ну тоже бьет. Но он без атаки бьет. То есть смысл нам. Я не знаю как. Нет, давайте с этого самого, с разгона оружия. Или. Да, вот нападение. Нападение. И нападение. Блокирует тактику. Ну, он барьерами, да. Тут отрегенится. Там еще и оборону выбрал. Так, здесь протей. То же самое нападает. Лучевой шквал. Шквал. 150 монет на атаку мы просто будем тратить. Отлично. Но вообще не, его не пробиваем. Много щитов. Кентаври достроился. Кто? Гигант, да? Кинетика лучевая. Создаем. Гигант, ястреб. Тикс. Убрать. Вот этих ребят. Что здесь? Здесь. Ага, флота нету. Вот сюда вот летаем. Делаем захват сразу же. Уничтожаем планету. Один, кстати, остался. А как пополнять, интересно, их? Наверное, ж можно, допустим, вот так вот берем. Это ж гамма, да, он. Нет, это ястреб. Вторжение. Десант. Подождите секундочку, где он находится? В триме. Да, вот, вторжение. Вторжение. Выбрать всех. Модернизация. Переименовать. Объединить. Не с чем, да? Создать. Флот из выделенных кораблей. Модули осады. Ну, по идее, значит, он должен был отрегениться. Так, разбиваем ему колонию. Потом сюда будем бить. В общем, незащищенные цели. Так, и еще можем атаковать здесь, да? У нас есть кем поатаковать. А, ну там протей, да? О, кстати, протей только с осадой. Надо разбивать его, просто разбивать. Стараться его уничтожить как можно больше, как можно быстрее. Противоракетная эффективность, это точность вражеского. Давайте вот это вот еще кинем. И вот это. Он дэмэджа нам не надо. Да, мы его разбили за, в принципе, за один заход. 3000. Отлично. Кучу опыта срубили. Заканчиваем ход. Как у них там теперь дела? У этого флота вражеского. Денег-то куча у него. 6300. Вроде как подснизили немного. Так, повышает ранг. Бери давай еще одного ветерана. Тут у нас что, достроилось в Кентавре. Ага, пусть достраивается. Амебы. Война слишком сложный способ решения проблем. Мы готовы к обсуждению альтернативы, а не на прекращение огня. И кучу дают нам просто этих самых колоний. Давайте примем. Да, вот она, куча колоний теперь мои. У него остается 1, 2, 3, 4, 5 колоний только. Все остальное у меня. И я тут же выхожу на первое. Нет, ну там не на первое место. Ну, 3000. Ну почему-то стою первым в счете. Вот так вот мы запугали амеб. Тем самым они просто разлетаются. У нас сейчас будет время на то, чтобы вот это все как-то законтролить. Это все ж с улучшениями остается. Да, действительно так. У нас сейчас будет просто нереальный буст в империи вверх. Вот такие колонии, они просто сумасшедшие. 43 населения. Тут просто жуть что. Высокая гравитация, уже убран эффект. Давайте строиться. В деньги. Нет, зачем нам деньги? Кстати, сколько нам денег-то заход дает? 3660 теперь вход у нас прилетает.
с такого просто. Вот это вот удивительно было. Это, причем это на высоком уровне сложности. Он действительно обосрался настолько, что решил, что я сейчас начну захват его империи и разбирание ее. Так, у нас здесь. Где-то мы. В Якер уже мы сейчас полностью разобрали дроидами, да? Ограбить эту систему. Она, да, полностью ограблена. Но она остается все равно нашей. Ее уничтожить нельзя. Хорошо, тогда давайте так. Нет, поначалу планетарной не будем. Колонизации выберем. Специализацию колонии, простите. Что-то я заговариваться начал. Я до сих пор в шоке от такого. Засушливый у нас здесь, да? Давайте, глобальный технопарк. Вообще уже на самом деле пофигу. Будем идти в эту самую, в исследование. Прямиком в исследование. Построим здесь, здесь, здесь. Так, все построили. Отлично. Пусть строится. Там 154 хода, конечно, это надо. Но это стоило того. А почему инк под захватом? Ну, сейчас, видимо, сбросятся захваты. Да, здесь тоже просто жратвы. До жути много. 30-40. Ага. Гиперфермы, гиперфермы, гипер. Все просто на еду переделано, чтобы увеличить просто экспансию, я так понимаю, да? Построены здесь такие вещи, которые вообще, в принципе, мне даже неизвестные. Гидросиквенсист, в общем, шикарно, по-моему, все. 206 монет, 430 с планеты, из улучшений, из-за чуда. А где? Ну, чудо это, видимо, где-то мне. Подождите, а где чудесная планета? Вот она. Теркана, да? Здесь мастерская полярная, да, сделан 25 5 на систему. Нормально. Так, а как теперь узнать, где вообще чудеса? Давайте посмотрим, что мы имеем. Вот в Хадаре есть еще чудо, дверь в бесконечность. Ага, квадриникс нужен, бонус опыта с каждого строительства на героя, с каждого поврежденного противника на героя, бонус опыта за каждую битву, бонус опыта при занятии должности, 100% восстановление сил на героя, 25 на планету. Ага, вот так, да? Дядька просто реально здесь вот завода. Я теперь не знаю, сейчас просто вот этот ход посвящен именно тому. Так, принимает следующее предложение относительно мирма. Холодная война, но все отлично. Квадринсис перерабатывается, теперь доступен для новых разработок. Отлично. Система была ограблена, 20 монет мы только с разграбления получили. Комплексные системы и регуляции были закончены. Теперь мы можем терраформировать планеты в Землю. Это среднестатистическое. И нужен, кстати, вот этот самый квадриникс. Но он у нас уже есть. Живые жилища, это плюсы на империю. Случайное событие. Ваша фракция только. Безумный ученый. Враждебный. 10% на 5 ходов. Полезный. Минус 5 на систему, 10 на систему исследования. И здесь готовьтесь к последствиям, то есть неизвестно, что публично судить его за все, что он сделал, но дать ему возможность продолжать эксперименты в секретной лаборатории под строжайшей охраной. Какие же последствия будут? Я выберу вот этот вариант. Мне просто интересно, что же будет. Антиматерия теперь 4. Red Sun, ага, 20% увеличение пыли на империю, на нашу. Так, 3, да, я уже увидел. Здесь вот четвертое, вечное движение, минус 15 промышленная стоимость улучшения на систему, минус 15 стоимость корабля на систему. Ну, по-моему, отлично вообще. Здесь вот надо расстраиваться по максимуму. Давайте и работников тут здесь построим. 13 ходов, да?
остальное надо уже будет вот эту вещь сделать. Спутники, три зоны влияния на звездную систему, нет, не надо. Возьмем плюс 3 еды. Остальное это со следующего хода, потому что у нас пока все это в блокаде. А, только что типа нам перешло. И еще одно есть чудо. Вот такая вот вещь, как сенсорная платформа. 10% начальный опыт кораблей. Плюс 5 опыта корабля при постройке. И плюс 3 опыта корабля при постройке на Империи. Угу. Вот здесь вот кораблестроительный просто должен быть цех. Сразу же давайте сделаем. Там один ход нужен, чтобы это сделать. 246. Один ход. 546, отлично. Здесь три хода. И работники пока не нужны. Что-то в улучшениях-то есть. Довольство. 10 восторга. 10 бонус пыли от торговых путей. Перешли нам амебские постройки, которые нам, видимо, недоступны были. 40% на звездную систему. На водород, астероид. А, ну на это вот на вот эту звездную систему, да? Облучение. Здесь же все луны исследованы, да, по идее. На каждой из этих планет. Вряд ли он не готовился к этому. Да, пустая луна. Пустая луна. Пустая луна. Отлично. Так, и работники нам нужны. Здесь снизим вот этот показатель минус 74. Построим также избыточные инфраструктуры, да? Да, здесь действительно восторг. Вот это просто нереально. 667, 490. В общем, тут просто можно расстраиваться. 20 на систему. Здесь же максимально, да, 41 максимально. То есть от еды тут уже, в принципе, толку никакого. Фокусирующая сигнальная матрица. Вот не понимаю, что вот это за значок. Плюс 10% на звездную систему вот этого чего влияния. И влияние 25 радиус или территориальная какая-то вещь. Сети, способный шпион за всеми флотами. 20 еще там радиус обзора, видимо, какой-то. Угу. Сейчас это здесь все построим. 2300. Сенсорная платформа. Делаем в ЦРСе. Хат. Но амебы точно сейчас просто вниз будут уходить. Так. Корабли. Корабли в моей гавани. Так, 15, да? Это десант. Да, это вторжение. Отряд вторжения. Давайте вы на Тирме и останетесь. Здесь гигант построен. Наверное, надо будет заканчивать это все дело. Хотя нет, пусть строится флот. Я бы все-таки нет. Переназначил бы все это дело. По-другому расставил бы приоритеты. Мне не хватает ракетного оружия. Ну, воевать с ракетным оружием. Уходи пока в технологии. Да, вот так вот. Гигант создавайся. Временно финансирование, гиперфермы. Тут 24 из 24, в принципе, да. Гиперфермы нам теперь уже не нужны. Временное финансирование не надо. Еды нам хватает. Заводы. Финансирование 69, да. Давай тогда гиперфермы переделаем в научный технопарк. Заводы. То же самое. То есть планета будет на науку переделываться в науку. Все это на все на это про все нам только ход. И потом еще в науку. Так. Все это будет через ход сделано. Трикс. Вельме. Ну тут еще строится и строится. Улучшаться и улучшаться. Гиперфермы, глобальная технология, глобальный технопарк, а не технология. Так, в Сатрусе тоже отставить производство кораблей. Подождите, временное финансирование, гиперфермы убираем и строим технопарк опять же таки.
глобальный технопарк. 152 огромная пустыня, финансов кучу дает. Производство, технологии. Аэроспорядка, декаль. Заканчиваю и работники делать. Эти десантуры тут наделывать будешь очень много. 23-23, да, тоже максимально гиперфермы переделываем в технопарке. Еды, производство сюда. Альдебаран, временное финансирование, ну пусть у тебя финансирование будет. То же самое, убирай десант и делай промышленную вещь такую вот. Пусть бабло хотя бы будет. Так, Цилфи, вы тут подзаканчиваете, да, какой-то, вам еще, чтобы закончить, нужно очень долго. Так, в деке. Вот в деке, кстати, тут нормально. Временное финансирование, пусть будет, так и останется. В ЕЕ специализация. Так, заводы, гиперфермы, да. Исследование Луны. В общем, тут, конечно, позже все сделаем. В ЕЕ нормально. Надо Амозу, наверное, захватить и Низ этот. Пусть они будут под нашим контролем. Сейчас вот в Лацерте произведем 2 производственных корабля. Пусть будет. Отправим их туда. В Сирме, в Крене. Колонизировать нельзя. В Крене пусть будет так. Белатрикс. Занимаешься. Сирма. Тыдык. В Сирме еще куча всего надо. Кстати, комплексная. Комплекс в дальнем космосе. 40 за каждый колонизированный астероид. А, ну у нас еще нет астероида. Мы еще колонизировать их не можем. Нужна какая-то технология, да? Требуется проектирование атмосферы, да? Сейчас мы найдем это, чтобы потом эти астероиды под контроль возьмем. Так, ну а теперь здесь Хадар. Хадар, две бесконечность, восторженно. Все в восторге. Что нам нужно? Во-первых, нам нужно. Сколько будет строиться и работники? 5 ходов. Ну это надо. Вот это тоже надо. 880. Ага, то есть сначала надо вот так сделать. Да, 3, потом 7. Потом мы сделаем вот эту вещь. Холодильники. 30, компактная система охлаждения. Еда, она тут нам не нужна. И сразу же уйдем в дешевые вещи. Больше здесь ничего, в принципе, не нужно нам. Так, Хадар сделан. Лео, улучшения какие-то не особо крутые. Опять же, вот эта вещь, правда, 8 ходов уже будет делаться. Но я уже не тороплюсь. Антиматерия нужна, ну, тогда там, со следующего хода назначим. Колумба. Угу, все в восторге. Замечательно. Делаем такие вещи. И уходим опять же в технологии. Будем идти к технологическим. Так, антиматерия. Ну, это опять же мой блокаде пока. Харс. Вот так. Давайте баланс сейчас возьмем. Все по порядку. Нужны и вот эти улучшения, вот эти на технологию тогда оставляем их. Так. Азелус. Кстати, здесь сокровищница мудрости еще. Недостающий ресурс. Гипери и адамантий мы пока в блокаде. Потом построим это.
25 на планету, 2 на планету, плюс 10 на планету. Угу. То есть улучшение только, в принципе, чисто планетарное. Большая бесплодная, да, минус 15. А сокровищница плюс 25, ну, в общем, там, в принципе, 105 же таки. Восторг сейчас по-прежнему. Избыточная инфраструктура. Гиперфермы. Везде, да, население, в принципе, вырастет там. Потом можно будет переделать. Это что у нас? Азелус был, да? Трима. Трима, видать, только недавно колонизирована. Ну да, 3 из 10. Нужна и еда. И вот этот вот. Вот эту вещь я куплю. Она буст хороший дает. Я потом бы вообще все бы купил им. Денег у меня потом будет. Много. 8 заколонизированную, типа земля, джунгли, океан, сухую тундру. Тундра, пустыня, ага. Давай сделаем плюс 8 денег. Вот эти вещи тоже здесь нужны. Остальное, 6 опыт крафт. Остальное, в принципе, не так. Нормально, это трима. Инк. Инк. Занимайся такими вещами. Теркана мы сделали. Вернус строится потихонечку. Сколько денег? 189. 105, 105. Это технологии, да? Глобальные технопарки сейчас понакупляем. Это всего генераторы полей. Ну, тут уже денег много надо, да? Ладно, пусть будет. Тут надо еще и вот эти вещи. Ты, кстати, немного строишь. 448 монет. Ну, это со счета купим. В Якирус. Так, Харс мы настроили, да, настроили. Вот здесь вот ничего нету еще. Глобальный технопарк. Отличный буст. На эту на исследование 11 ходов. И работники, гравитация, улучшение 1000, улучшение лаборатории, улучшенной лаборатории оптики, да, пусть будет. Все, дальше тут ничего не надо. Здесь строится, где еще? Вот, вот здесь вот Корлус. Стройся. Стройся. Дабы заморачиваться кровом. Ну, в плане вот этих вот временных специализаций планет. Оставлю так, как есть. Так. В ЦРСе у нас все нормально уже, да, сделано. Ну все, все планеты вроде как строятся, улучшаются. Здесь в Лацерте что? Ага, производитель делается. Конец хода. Фу. Вот это весч. Просто вот так вот принесла нам нереально много. Открыто достижения, лаборатории и университеты. Я хочу почитать, что это дает. Не понял, все достижения. За что это мне дали? В общем, что-то тут не прогружается. Ладно, черт с ним, потом я это посмотрю. Исследование Луны в Ее было. Пустая Луна. Так, у нас теперь Джадоникс. Плюс 40% атаки корабля. У нас теперь есть мета Тактоген плюс 40 защиты корабля. Есть транслоза 40 опыта корабля. Есть синяя плесень 20% согласия на империю. И что же сделал безумный ученый?
Надо почитать. Ваш советник обратился к вам с деликатным вопросом. Один из ваших ведущих и весьма уважаемых ученых оказался замешан в грандиозном скандале и заключении под стражу. Его обвиняют в ряде преступлений, среди которых проведение экспериментов над гражданами вашей империи, без их ведома и согласия создание опасного химического оружия и эксперименты с подставными возможностями использования пыли. Он успел настроить против себя огромное количество законодателей и высокопоставленных граждан. В то же время его исследования вполне могут принести государству ощутимую практическую пользу, если позволить ему их продолжить. Что с ним делать? Ну и мы эгоистично сажаем его под стражу. Мне пишут, готовьтесь к последствиям. Какие будут последствия, я пока не знаю. Так, все в Кентавре перестроилось в технологии. Деки начинают строиться и... В Ацерте закончились производственные корабли. Тут, по-моему, тоже все good. Трима. Да, все, нормально. Короче, где у нас корабли производственные? Да, вот здесь. Лацерта создать на орбиту, выслать их. Сюда летим. Прям двумя летим. Не долетаем чуть-чуть. Ну, черт с ним, пусть так будет. Так, здесь, значит, это десантный, он целиком улучшен. Давайте его поставим в оборону, встать на перехват, что просто тупо для того, чтобы мне не показывали, что этот флот что-то там может. В Кентавре есть гигант, и есть отряд, два гиганта, да? Объединить их в один флот. Ястреб, летишь к гиганту. Объединяем еще один. Отлично. И летим, наверное, вот сюда вот на Декаль. Ага, вот так вот взяли и полетели, короче, сквозь вселенную. А вы, друзья, что вы делаете? Так, кого вы хотите атаковать? Враг амебы. Ну, он на нашей территории, в принципе, мы вполне можем это сделать. Только что там за армия? 12 из 23 флота, 15... Да, протеи, бактерии, еще один протей, и еще одна бактерия. Уничтожаем. Мне это абсолютно ничего не, ну, не повлияет ни на наши соображения, потому что он сейчас вторгся в нашу территорию, и мы свободно можем его здесь прогонять. С лучевым шквалом попробуем его пробить. Не до конца мы бактерии пробиваем. А, ну он отступает, да? И мы... Ну все, вали отсюда. Зато мы опыт срубаем с него. Количество ходов для перемещения с текущим назначением. Вымогать знания за уровень... Надо было вот это брать еще раньше. За уровень героя. Вымогать знания у амеб. Становимся опять на защиту. Нет, отставить защиту. А если они летят... Летим сюда тоже, прогоняем дядьку. Блокируем его. Так, здесь нормально, вражеский флот, ничего себе, 4800. Нужно как-то все это прогнать, он сейчас будет координироваться все в одной точке, ну, по крайней мере, вот в этих вот. Ингресс туда-сюда. Давайте, знаете, что сделаем? Зайдем в дипломатию. Как у тебя с нами? Дипломатическая позиция, текущее значение 250 в связи с... А, это, подождите, автомат, это я не туда выбрал. Где амебы? Вот амебы, да? Отношение к нам. Значит, здесь холодная война с двумя вот этими фракциями. Нейтралитет, значение минус 17. 13 в связи с другим альянсом, минус 3 в связи с экспансией, в связи с признательностью ваших... пацифистских убеждений. Вот это прикольно. То есть я прекращение огня сделал, и у меня вот тут пацифистские убеждения такие, и плюс один дали. Минус два тесные связи с фронтом. Да, колонию мне подарил, конечно, гигантское количество. Какой же ты идиот. Так, а как теперь? Давайте, если так сделаем. У него теперь денег минус 2605 пыли вход и финансовый его... Победа экономическая будет с каждым ходом все отдаляться и отдаляться. Да, у него там 31 тысяча, ну да и пес с тобой.
Договор с амебой. Кстати, если, допустим, я разорву, я же по-любому не должен ему отдать вот эти все нам вещи. Ну, однозначно нет. Все договоры у нас, значит, с этими дядьками. Гексафи, штраф, штраф, штраф. Все. Ладно, плевать. Дай-ка ты мне денег. Я не могу у тебя требовать ничего. Пакт о прекращении огня на 19 ходов. У меня есть 19 ходов. За 19 ходов он потеряет больше 40 тысяч. Да. Да, больше 40 тысяч. У вас как там с финансами? Ну, у вас финансы идут вверх, да? Но ровно так же, как сейчас будут идти и у меня те самые финансы. Торговля пылью. Разве платеж? Так, технологии проектирования, профессиональный продвинутый биплан, фотонные искажения, квантовые вычисления, современные. Мы вам за это, современное образование. Да не хочу я, нет, идите в баню. Вот вы, друзья, теперь нам, в принципе, тоже не особо. У вас в технологиях продвинутые биопрепараты, проектирование атмосферы. Вот оно, проектирование атмосферы, которое позволяет колонизировать астероиды. За, скажем, сидерит. Сидерит у меня 9, да? Ага, можем еще одну, кстати, какую-нибудь. 7500, 7500, 7500, 300. Ага, 7500 дороговато, да? Современное образование, адаптивное налогообложение. А, так ты не хочешь, да? Возьмем тогда еще фотонное искажение, камуфляж, агрессивное отступление. Да, вот добавит это, в принципе. И можно. В этом предложении следующие элементы благоприятные для функционирования автоматов. Ну и давай тогда согласимся с тобой. Так, а с тобой профессионально ориентированное общество, финансовая комиссия, это все по 7500 стоит, да? О, 25, квантовые вычисления, самоорганизующиеся города, разблокировка, определенно может отклонить, ну тогда приглашение в альянс нет. Торговля пыли нет. Ага, смотрите. Что мы можем дать ему? У нас есть, скажем, один элемент вот этой вот гадости можем ему подарить. Где она? Пыль и вода. Абсолютно никак не добавляет. Тогда давай, что мы тебе еще можем? 3 из 8. Садерит и Орехалк, да? Хорошо. Я готов дать тебе Орехалк и Садерит. Нет, не хочешь. Ну, не хочешь, как хочешь, мы сами все это изучим. Вот у этих, наверное, технологий просто куча. Но мы их не увидеть нас в холодной войне. Так, приняли автоматы. Да, у нас теперь две технологии было изучено. С появлениями которых, я даже не знаю, плазменная решетка. Разорить эту систему, разрушительная сеть плазмы, да? А до этого у меня что было? А, вот это вот, из пыли в пыль, деконструкция дроида, а за разорение системы. В результате неожиданного решения о колонизации или надвигающейся атаки некоторых планет нужно сравнить с Землей, а их жители эвакуируют, когда гражданские уже будут на корабле колонии, активируется сеть генераторов плазмы, размещенных вокруг планеты, чтобы заменить все конструкции на ее поверхности в пепелище. Ну это в принципе то же самое, то есть мы за это получим только деньги. Экспериментальный синтез, да, увеличит модуль, видимо, до второго уровня силовой. Здесь броня и улучшение цельная конструкция. 10 опыт корабля при постройке называется. Пушки могут в зависимости от уровня специализации. Критический множитель. Что это за пушки такие? Управление лентом. Угу. Это квантовое все. А где лучевое?
лучевое в какую сторону должно идти. Ну, в принципе, это вот и есть. Лазер синхронный. И вот эти пушки, это, видимо, и есть. Тоже лазер какой-то. Ладно, черт с ним, не будем заморачиваться с этим. У нас сейчас исследуются персональные щиты за 14 тысяч. Потом будет за 7,5 продвинутые биопрепараты исследоваться. И мы один ход на финансы, два на планеты, да, современное образование. 20 на это увеличение, 2 места в Академии на Империи, минус 10 ходов. Ага, можно будет сделать вот так. Один ход. Здесь тоже финансы. Здесь один ход. Вот эту вещь тоже надо сделать. Общественные порядки. Зонтик. 50 назовем, минус 40 суждения. Ага. На экспансию. Ладно, это уже не столь важно. Потом вот сюда пойдем. Вот здесь опять же таки погода, да, дает на планеты. И вот сюда. Все, за 9 ходов закончим. Конец хода. Амебы. Хорош тут летать по моей территории. Теперь уже и территории. Так, достроилась. Исследование Луны Эльме. Так, и сразу две технологии было изучено. И персональные щиты, и продвинутые биопрепараты, да? Улучшение звездной системы, и здесь тоже улучшение звездной системы. Живые жилища, виртуальный канал, минус 22 осуждения экспансивной системы. Так, давайте посмотрим, что у нас с восторгом. Здесь, этой системе уже это русский флот, но ты не в блокаде. Тебе нужны постройки на восторг, да, на довольство. А в чем твоя беда? Минус 15, плюс 25, минус 15. Подождите, как восторг, посмотрим, забаст. 145 лучше, минус 18 осуждения, минус 13 перенаселенность. Из-за влияния, минус 182. Что за влияние? На что оно зависит? Не могу понять. Денежка, 40 бонусов по должности торговых путей, назовемся, ну, блин, нет, это не надо нам, это нам не надо, бонусы эти, строим вот эти вещи, инфраструктура, это еда, гиперинум, так, денег прилетает 4000, да, 3500 инфраструктуры стоит. Все постройки на порядок здесь есть. Ладно. Восторг. Давайте по довольству. Вот здесь, значит, нужно построить вот эту вещь. Права колонии вот эту вещь. Дороги. 192. В принципе, недорого все это стоит. Персональная защита, давай, логистика, да, 500 монет. Теперь уже такое чувство, что это все так недорого стоит. До этого как-то все это было по-другому выглядело. И стоило это все намного дороже. Инфраструктуру, давай, тоже сделаешь. Так, теперь здесь в триме забастовка, пылевода есть, да. Делаем улучшение. Триме, да, теперь Церис. Или Церис. Так, ну здесь тоже все это есть. Да, причем очень много. Довольство. Осуждение перенаселенности. Экспансия 30 за планет. Влияние. Блин, что делает влияние? Довольство. Так, секундочку, факторы империи. Ставка налога, чудо. Где это влияние-то? Ядрить его за ногу. Ш-
63 удовлетворенность, указывает, насколько же счастлива. Ладно, черт с ним. Крис тоже все это сделал уже. Крис раз. Нормально. Недоволен, ну черт с вами. Монтака. Нету, да, построек. Нужны вот эти постройки. И работники, конечно, блин, денег. Ну, в смысле, строятся очень долго. Так, Бьянс. Колонизированные астероиды. Астероиды. 1800, персональная логистика. Вы что, бахаете, что ли? А здесь сколько? 2800 монет. Улучшение, улучшенная оптика, да? Ладно, все, занимайся дальше сам постройками. Это я здесь был, да? Да, здесь только что был. Инк. Нормально. Хадар. Все строится, и ладно. Инк, Хадар, Валанс. Улучшаем. Тут еды нету. Ну, тут, в принципе, она и не нужна. Валанс, Колумба. Влияние, видимо, скоро... А, вот это вот три зоны влияния на систему, может быть, из-за этого. Давайте тогда спутники понатыкаем, они недорогие. Скажем, допустим, здесь вот спутник можно строить. Здесь он уже есть. Зона влияния на звездную систему. Да, вот это... Но она стоит гигантское количество просто. Трима. Спутники. Есть, да, зона влияния все равно не хватает. Ладно, заморачиваться с этим просто так не хочется. Так, здесь все в восторге. В Сирме. Что-то не нравится вам, да? Вот, давай вот это вот построим. Ага, вот это нужно купить. 592 монетки стоит всего лишь. Логистика, бла-бла-бла. Улучшение, еда. Улучшение, да. 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 Это тоже надо, кстати. Колонизация возможна. Кстати, можно колонизировать. Колонизируем. Астероиды, да. 174. Богатые минералами. Нормально. Вот эту вещь. Вот эту. Вот эту все построить. А, вот, надо, кстати, вот эти вещи тоже купить. Угу. Угу. Так, жилище давай тоже купим. На крохотную, да-да-да. Недорого. Вот жилище, конечно, просто кучу денег требует на это, на все. Так, Эхиус. Покупаем. Провокалываем. Все, денежку все потратили, твою мать. Двигаемся. Колонизируем. Средний метан, крохотное, бесплодное. Метан, да, нормально. То же самое. Большая, так. Три. Один на планету, два на влияние. Астероиды. Минус 20, плюс 5, плюс 5, плюс 5. Древние артефакты, плюс 3, плюс 2. С едой не особо хорошо здесь, да? Засушливая. Ага, 2. Ну, тогда надо полярное сияние. О, шикарно. Вот сюда вот. Звезды в наших руках. Половина галактики находится под вашим контролем. Покорение оставшихся — это только вопрос времени. Ага, то есть пол галактики покорили. Для территориальной победы нам надо захватить... Так, 105 монет, да. Захватить 75% того самого влияния.
количество, короче, систем. Так, ястреб готов. Становись в оборону. Все. Так, ты кто? Ты вторжение, да? Можешь атаковать флот. Атакуй, нефиг им тут лазить. Просто в атаке их там, я не знаю, давайте, камуфляж нет. Кинетика. Захват оружия. У нас же здесь лучевое, титан. Лучевое, ракетное, кинетическое. Ястребы лучевое, да. Десант, понятное дело, ничего. Тогда через вот эти вещи. Авторежим. Два корабля сбили мы. Больше не буду здесь летать. Конец. Ага, вот это вот, видимо, влияние мешает, да? То есть, как здесь и амебы, и мы в одной точке из-за этого недовольны, то, что они находятся не под нашей. Вот, кстати, влияние растет с каждым ходом, и, видимо, улучшается и вот этот показатель. Да, совершенно верно, видите, то есть он уже сразу в недовольный вверх пошел. Здесь в минус еда. Крайс, вы что, голодаете? Действительно голодные? Глобальный технопарк, да? С едой проблема. Давай тебе вот купим еду. 1000 монет, нет. 2000 монет. Черт возьми. В минус уходит. Придется в гиперфермы уходить. Попробуем сейчас одни только купить гиперфермы. Если все хорошо будет, то нормально. Все остальное вроде растут. Потихонечку, но растут. 14 здесь вверх. Вверх, потихоньку вверх, вверх. 20 лет потихонечку, все вверх. Так, зона влияния растет. Довольство то же самое растет. Построили. Ну, за счет, конечно, вот этого буста прилетело. Квадриникс у вас уже... Очень много его, то есть 4 вверх пошло. Современное образование, плюс 2 на планеты. Инопланетная рабочая сила, 2 места в академии, да, все нормально. И предиктовая сенсорная матрица, еще зону влияния на систему увеличит нам. 990, блин, много. Гораций принимает следующее предложение от автоматов. Война, по правилам Альянса, вы, если вы останетесь, да, принять, воюем с Горацио. Вот так вот мы догнали всех этих гадов, которые ушли чуть вперед. Надо было нападать, а я сейчас зря только прождал. Сейчас вот эта вот Аэрия, она будет просто без зоны влияния. Абсолютно будет, не будет ее. Так, все строится потихоньку, строится, улучшается. Нормально, мы теперь можем наконец-таки нанять еще 2 героев себе. 2 очки способности. Оборона нет, нет, нет. Шпион слабый, нет. А вот это что? Стоимость способности на героя. 3 на штурм. 40 лечения. Ну все, у него остались только такие военные технологии. Все управленческие уже взяты, да? Атака героя, оборона героя, лечение, штурм, параметры нападения, защиты героя, способность. Ну давай ветерана способность кинем. Вот зайчик. Создать иллюзионный флот на основе 40% от реального. Блок 10%. Прикольно, возможность героя. Боевые действия, иллюзии такие. Давайте возьмем, пусть будет. Шпион все-таки он. Как-никак. Так, ваша фракция. Тактичное восстановление пыли. 50 опыта всем кораблям добавила. Достаточно пыли было обнаружено. И герои используют еще настолько... Подстроились под нее, что численно стали обмениваться чувствами и мыслями. В кратчайшее время общие знания, опыт и потенциал ваших героев значительно увеличился. Это хорошо. Вот так. Открыта самая дешевая технология. Это
враждебный, да, то есть последствия какие. Похоже, этот безумный ученый близок к прорыву в своем исследовании, однако использование новой технологии, которую он вот-вот откроет, сразу даст людям понять, что все это время он продолжал свою деятельность. Что делать? Изъять результаты ученого, казнить его, а потом использовать технологию. Народ не заподозрит нас в том, что мы помогали ему, если он будет публично осужден и приговорен к смертной казни. Полезный, открытый самолет, и готовьтесь к последствиям. Используйте технологии и пусть работает дальше. В любом случае, общественное мнение — шутка крайне переменчива. Эгоистичной у этого события больше не будет последствий. Скрыть все следы происходящего — это было неправильно, тогда остается неправильным по-прежнему, и мы должны избавиться от всех улик. Делаем полезного и ждем, что же он придумает дальше, этот самый ученый. Так, флот. Тут вражеский флот летает. Давай-ка ты вот сюда, вот. Кстати, тут тоже какое-то чудо есть, да? Нападаем на него. Протея этого казним. И этого дядьку тоже казним. Захват цели, атака, да. Через захват цели бьем. Это флот вторжения. Здесь десантные корабли. Надо, кстати, блин, атакующий флот сделать. Все, руки не доходят. Так, нормально. Он улетел или же не улетел. По-моему, был уничтожен. И это, кстати, очень здорово. Теперь летим сюда, надо вот здесь вот казнить дядьку. А ты тоже можешь атаковать. Бактерии лучевые имеют, лучевые. Здесь титаны, титаны. Ага, все. Воюем. Воюем мы через лучевой шквал. Ястребы, лучи больше. Лучей больше, да, ну, через лучевой шквал, значит. Он уходит, мы никого не сбиваем. Вали тогда отсюда. Отлично. Так, гигант, ястреб. Займемся настройкой кораблей. Так, бета — это вторжение, да? Модернизация. Модернизуем. Давайте бету, альфу. Нельзя модернизировать. Гигант. Вот оно, вторжение, кстати, можно модернизировать за 2000. Давайте так и сделаем. Теперь вторжение имеет бонус от нормальной. Атака очень. Титан. В принципе, такой же ставится. Десантура, по-моему, только улучшилась, и все. Гигант. И вот она, наш типа атакующий флот, да? Он и захват имеет, осаду за счет титанов этих гиганта. Значит так, нам нужен гигант 5. Давайте просто, во-первых, добавим. Назовем его как-нибудь типа, что-нибудь связанное с атакой, да, с атакующим флотом, да. Ну, давайте авангард назовем его. Корабль авангард. И он у нас будет иметь. Пока у нас лучевые ничего. Попробовать ракетками подымажить. Там класс атаки сколько? 1170 макс урон, 48 перехват, 32 дает атаку. Здесь дает 26. Да, атаку, конечно, шикарную. Один боеприпас за залп, 3 хода. Осталось 3 ходов на перезарядку. Вот, не ясно, что это значит. Триходную перезарядку и так далее. Ну, давайте так. 6 ракетных. Да, вот таких вот. ПРО 3. 4 пусть будет. Щиты 4. Отражатели 4. Так, у нас еще остается на вспомогательный модуль. Во-первых, тоннаж кинем. Силовика. 15 обороны, 35 макс урона и 35 мин урона, да, надо делать, 57 стоимость.
Ремонт, блин, однозначно нужен. Иначе будет больно. Двигатель, разведка, точность на вооружение. Точность 90, да? 95 станет. Поддержка, да? Специальные модули, пехота, точечная. Что он дает? Три залпа на ход. Повреждение зависит от защиты корабля. 0,8 на точку, 5 залпов на ход. Специальный модуль обороны, да? Не понимаю, конечно, сбалансированное реальное время, что вообще он дает. 3 залпа на ход, повреждение зависит от защиты корабля, 0,8 точность, 5 залпов. В общем, это, видимо, какая-то противоракетная оборона, типа каких-то элементов. Так, у нас 376 на 382. Нафиг этот специальный модуль, я все равно не понимаю, что он нам дает. Мы лучше добавим еще одну ракетку. Раз уж ракетная, значит ракетная будет. Авангард будет идти чисто всех дамажить ракетками. Создаем авангард. У нас появляется флот. Так, и в какой там системе? По-моему, вот здесь вот, да, у нас. Нет, это вечная. Где-то у нас была такая в Церисе, да? Да, вот она. Сенсорная платформа. Надо улучшить сейчас по максимуму все вот это, все эти вещи. 125 на влияние. 7,7. 5000. 3000. Так. 311, да? Улучшаем. Бонус продолжительности с торговых путей. Пусть будет инфраструктура. Это... Так, спутник надо бы вообще купить. 250 монет. Сейчас мы дешевые постройки купим, какие только есть. Матрица, сети, да, способны защитить колонию. Оборону тоже сдержим. Так, что мы можем купить? Ну, до 1000 будем сейчас скупать. У нас 1900. Нет, до, я сказал до 1700 сети. 2.0 способный шпион. Это не надо, в принципе, не столь важно. Так, оно все что ли получается, да? Спутники. Но это все равно через ход закончится. 37 ходов на полное улучшение. А потом будем делать авангарды. Корабли здесь. Так, гиперфермы, гиперфермы, гиперфермы. Гиперфермы быстренько перестраиваем в заводы 3D-репликации. Из-за планет. Из-за настроения в системе минус 119, да. Так, ну, сразу все не будем. Давайте сделаем так. Там, где много еды, там гиперфермы перестроим вот в эти вещи. А здесь 20. Облученная была еще тема. Угу. Мирские артефакты. Источник роскоши. Бонус за монополию над ресурсом Гласной Империи. Точно. Надо сделать сейчас одну маленькую вещь, так, маленькая тундра. Давайте мы вот эту вот планетку терраформируем. Минус 20. Почему я в землю не могу ее сейчас сразу? Хлоп и в землю. Водоворот, да, минус 20. А, ну здесь зато бабла дает. Ну ладно, пусть будет, тут бабло приносит. Так, пока две. Посмотрим, что получится из этого. Посмотрим, какой показатель. Если он не упадет, мы тогда все потом перекроем. Так, флот. Ты тут у нас летаешь, да, вроде как. Вот сюда тогда, в Хадар. Сколько ходов надо на передвижение? Конец хода. Та-дам! Сейчас очень много построек будет, завершено. Нет, только 9. Так, отлично. В Цересе все мы сделали. Давайте посмотрим. 327 по-прежнему. Да, кстати, можно сразу все в заводы делать. Гиперферма. Мы делаем все в заводы из гиперферм. Скупаем.
Покупаем это все. Да, нормально. Производство увеличили просто вот шикарно, по-моему. Так, здесь закончено. Исследование было завершено. Убрать. Новый вид роскоши надо исследовать. Новый вид роскоши, по-моему, доступен. Да, вот, вот здесь вот. Один ход. Пятым ходом будет сделано. Так, здесь нормально. И вот так вот сделаем. Все тут быстренько эти все делаются. По одному ходу. То есть заход там по несколько будет исследоваться этих вещей. А здесь, по-моему, уже по три, да? Ага, движки, кстати, третьего уровня. Три на флот. Один на флот, три на корабль. Результат уклонения нормально будет. 40. И ремонт, кстати. 2% ремонта флота за этап сражения. 2% ремонт флота за ход. Все сектора. 0-1 восстановление. Ладно, черт с ним. Так, здесь мы, кстати, экспансию почти целиком тоже изучили. Осталось, в принципе, чуть-чуть. Ну и нормально. Оставим так. Похоже, что безумный ученый близок к прорыву в своем исследовании, однако использование нового телефона, который он вот-вот откроется, людям не понять, что все это время он продолжает свою деятельность. Что делать? Так, ну и мы выбрали, пусть продолжает. Двигается наш корабль. Кстати, он пролетает очень много. Там всего лишь 13 у нас передвижения, но он летит все равно очень-очень быстро. Так, в декале, по-моему, ты можешь сделать что-нибудь такое вот, типа вот такого. Минус 91, кстати, улучшение. 33 улучшения здесь в системе. Абсолютно, наверное, не нужны некоторые из них. Денег у нас прилетает 4200. Торговых путей почему нет? Инфраструктуры. Матрица. 25 зон влияния. Вот здесь вообще из влияния ничего нету. То есть увеличить ее и прям вообще, по-моему, шикарно. Ладно, все это нам не нужно. Планета максимально улучшена. Уже больше все равно на технологии не кинуть. Оборона здесь не нужна. Эта вещь мне тоже не нужна. Еда здесь тоже не нужна. Глобальный технопарк построен. В Кентавре. Кентавре. 0 из 4 торговых путей. Почему нет торговых путей, я не могу понять. Та же самая ситуация в Кентавре, в Сатрусе, по-моему, то же самое, да? Ничего уже не улучшить. А, ну вот смотрите, да, вот это вот можно сделать. Ну тогда нужна будет тогда и вот эта вещь, чтобы быстрее добиться успеха в еде, да, и заселить эти колонии. Нам сейчас прибавят здесь живые жилища по одному. Так, Сатрус. Ага. Альдебаран. Пыль, метан. Ага, здесь тоже жилище, да. Пусть делает жилище и потом опять метан. Все нормально. Амоза, почему ничего не производишь? Колонизация. А, нам нужно было специализацию выбрать. Нужна еда. Нужна еда. Холодильники эти нужны. Компактный 30 даст. Сейчас пока 3. Здесь улучшений больше ничего нету. И вот этот вот планетарный институт нужен. Фокусировка. Так. Все, больше ты ничего из еды не можешь, да? Крохотное, бесплодное. Может быть, со временем даст. Сразу давай еще тебе гипермаркеты построим. Или супермаркет, как они там называются. Нормально. Сеть. Хоть и 600, но пусть будет. 2 на планеты добавим. Ух ты, нет, 1400 отставить пока эта вещь. 700, 300, 242. Так. 667.
А, ну вот они, ну, холодильники это все я купил. Спутники. Пусть спутники будут тоже. Спутники нужны. Права колоний. Тоже улучшим системку немножко Амозу. И в Нисе, кстати, такая же канитель. Я про нее опять забыл. Гиперфермы сделаны. 18 сразу стало. 14. Тирик-тирик. Так. Денег 180, 600, 1000, да? А это для исследования лун. Придется лун еще исследовать. Ага, и вот надо вот эти вещи сделать. Они ж немного стоят. 600, 300, да? И сейчас сразу колонизируем вот эту планетку. Астероиды. Отлично. И гипермаркеты купим. А здесь планетарный институт еще нету. Да, вот это надо. Все, нормально. Низ захвачен. Все остальное здесь строится. Ну и, ребят, серию на этом закончим. Она очень объемная, опять же таки, получилась. Но колоссально по значимости. Прям переворот получился у нас в этой серии. Всем приятного просмотра. Всем спасибо. Всем пока.